Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушечке Жизнь После. С вами канал AlexPlay, и мы продолжаем играть. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. У нас сегодня будет крутая миссия. Нам нужно будет выследить выжившего. Да, я так понимаю. Так, подожди, давайте воспользуемся. О, вон, я что-то там вижу. Давайте подойдем. А, выследить выжившего. Окей. Он где-то здесь был. Маленький подонок. Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. А, подожди, так это девушка. Это не подонок. Да, она набирала воду, смотрите. Она хочет пить. Она даже не прокипятила ее. Боже мой, а вдруг тут кто-то пописал? Мало ли, не обязательно человек, может собачка. А еще хуже, а если это гребаные, как же их называют, фрики? О, фу-фу-фу. Надо ее предупредить. А, идем по следам, давайте идем по следам. Вон, я вижу следы. Движемся, ребят, нам нужно подняться наверх. Так, вон она поднималась наверх. Подожди-ка. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там. Ой, ребятки. Я буду очень вам благодарен, если ты расскажешь другу о канале AlexPlay. Да, своему самому лучшему другу. Обязательно расскажи, и нас тогда будет в два раза больше. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Так... Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете. А, бинты. А, в бою вы можете получить тяжелое ранение, чтобы восстановить здоровье. А, спрячьтесь в укрытие и используйте бинты или аптеку. Тебе говорю, я ее видела. Рассредоточьтесь, ищите. Где-то тут прячется девчонка. О, они знают. А, так и девчонки знают. Получай. Отлично. Так, минус. А, очко навыка. У меня доступно очко навыка. Давайте используем. Я хочу, наверное, стрельбу прокачивать. Мы часто стреляем. Огонь и маневр есть коварный прием. Возможность наносить огромный урон, проводя... А, нет, это не то. А, да, стрельба. А, огонь и маневр. Повышение точности прицеливания и стрелкового оружия. Давайте прокачаем. Огонь и маневр освоено. Нормальненько. Удерживайте L2 и нажмите R2 при перемещении. L — стабилизация оружия и уменьшение раскачки при использовании прицела. Ну, в общем, мы более меткие в движении, да, стали. Теперь класс 2 нам доступен. Можем что-нибудь отсюда будем... Отсюда можно что-нибудь улучшать. Так, где эти твари? Давайте посмотрим. What the fuck? Сзади... Смотри, что делают. Он сзади был. Ладно. Ну, есть уже. Неужели? Бау, минус. Да кто там еще? Валим, 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 валим. Аптека, аптека. Отлично. Да, блин. Смотри, свалил. Замечательно. Минус. Он еще живой. Вылазь. Отлично. Так, надо вот снайпера снять по-любому. Давай, 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 давай. Мало. Замечательно. Припасов. А, закончились. А последний патрон есть. Нормально. Так, теперь давайте возьмем пистолет, наверное. Да сдохни ты уже. Смотри, какая живучая. Так, вроде все. Теперь берем обрез. Ну, бежим. А, чувак, ты последний остался. Навряд ли у тебя получится попасть. Давай, ох, давай. Мечи стреляй, мечи. Ну же, ну же, я так до тебя доберусь. Иди сюда. Бам, бам. Отлично. Так, посмотрим, что у тебя есть. Тряпочка. Надо облутать. О, смотрите, надо вы... Ты что, меня не видел, придурок? Он меня реально не видел.
Отлично, добили. Нормально. Так, кажется, нас услышали. Обрез поменять на калаш. Ну, блин, калаш мне тоже нравится, но обрез против фриков очень крутой. Мне обрез нравится именно вот против фриков. Очень здорово, особенно когда ты очищаешь. Так, особенно когда ты очищаешь гнезда ихние. Хорошая штука. А калаша нам много не хватит. Нужно в голову стрелять. Так, давайте подумаем. У нас задание же, да? У нас было задание. Ты в безопасности. Здесь небезопасно. Смотреть Мэрион Форкс в поисках выжившего. Давайте посмотрим. Где мы остановились? Так. Может, подожди, нет, нам не сюда. Очистить Мэрион Форкс от упокоителей. А, ну вот, вот. Значит, еще есть, да, они? Я думал, все. Патронов нет, вот что хреново. Лучше аккуратно. Давайте посмотрим, тут есть они еще? Вроде не видно. Но все равно лучше потихонечку передвигаться. Так. Кажется, спалился. Сдохни ты уже. Получай, лови. Отлично. Замечательно. Бежим, бежим, бежим. Но. Подожди, не падай. Да я обшмонаю тебя. Так, вон, вижу, отлично. Покориться. Тут их много. Лови. Опс. Вот это было неожиданно. Блин, так все хорошо начиналось. Там, видимо, рядом бочка стояла, она меня взорвала. Ничего страшного, ничего страшного, ребятки. Так, сейчас все будет хорошо. Так. Я не сначала же начинаю, да? Отлично. Надо было сразу перебинтоваться. Сразу берем... Сюда. Так, тут мы сейчас его красиво убьем. Ну, можно сказать, что мы убили его красиво. Давай, давай, давай. Так, нормально. Он еще живой, гад. Надо калаш, короче, взять. Он не движется. Пусть покорится. Сваливаем. Да, пипец. Теперь моя очередь. Отлично. Так, пусть пока горят. Калаш, калаш, калаш. Будет здорово, наверное, калаш взять против них. Так, вон они еще. Поджечь попробуем. Давай, давай, давай. Замечательно. Посмотрим, что у нас здесь. Ага. Так. Так, нормально. Так, вижу, подожди. Нужен пистолет. Живой гад. Нормально. Посмотрим, что у тебя. О, калаш, давайте поменяем. Теперь мое. Так, где он? Черт, патронов мало. Мало патронов? Гребаная хрень. Там еще трое их. Вот этого надо хотя бы снять. Ну-ка. Да, вы вылезай. Они далеко. Стой, ладно. Возьмем обрез. Погнали. А нет, он еще не умер. Так, что мне там? Попробуем, давайте его туда кинем. Лови.
Блин, не... Отлично, поджарили. Передвигаемся. Так. Динамит. Динамит есть. Лови. Так, отлично. Беги, 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 беги. Получай, тварь. Отлично. Так, подожди, мы еще не все очистили, да, я так понимаю? Посмотрим, что у них есть. Все закрыто наглухо. Как же она выбирается? Так, калаш, калаш. Ладно, не будем брать калаш. У нас есть обрез. Пока что будем с обрезом бегать. Так, 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 так. Где-то здесь надо искать, да? Окей. А почему, интересно, они ее ищут? Почему она им так интересна? Возможно, она что-то знает. Надо на крышу залезть. Как мы залезем на крышу? Лестница, точно. Подожди, где лестница? Где ты видел лестницу? А, мне надо лестницу найти, да? Где я найду? Ну-ка, я так не смогу залезть? Нет, не смогу. Так, я понимаю, да, что нужна лестница. Вот, сюда поставить лестницу. Ну-ка, что, ну здесь тут у нас все на максимум. Давайте-ка сразу что сделаем, мы произведем коктейль Молотова. Хорошая штука, она нам пригодится. Так, лестница. Видели тут лестницу? Я вот лично не видел. Тут ничего нету. Так, мы не поднимемся. Но он же сказал, лестница. Лестница должна быть. А, вот она. Блин, тут она. Ё-моё. Она прям под ногами лежала. Давай. Другое дело. Сейчас мы вот так поставим. Нормально. Ну ладно, где ты прячешься? Так, что там, фонарик у меня же есть? Кат-сцена. Фух. Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Зашибись. Чумаза неумытая. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Тихо. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но миссис Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе, а мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе, и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми, и я не знала, что делать. Я тут спряталась, я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму. Подожди, здесь. Подожди, это твоя мама? Домой она не пришла, так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной.
люди с оружием. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. Их нет. О, нет, куча больных. Да подожди ты, не торопись. Боже мой. Где больные? Блин, я не справлюсь с ними. Так, нам надо... Сколько их? Может, пройдем аккуратненько? О, нет. Или поджарим их? Давайте поджарим, я справлюсь. Так, минус два. Нужен камень. Кидаем туда. Еще тройки. Готов. Так, это вот так завалим. Теперь можно из обреза. Вот так-то лучше. Так, подожди, я уши-то соберу их не. Нормально. Так, а что у нас? Три патрона осталось. Нужно добраться до байка. Так, надеюсь, доберемся. Так. Тут гнездо есть, боже мой. Мне кажется, я смогу справиться. Подожди, они нас заметили, что ли? Хреново. Палка. Что это? Так, есть палка, нам надо ее по-любому улучшить. Давайте. Так-то лучше. Так, а что у нас насчет коктейля? У нас нет коктейля молота, не сможем поджечь. Надо убираться. Так, нужен камень. Туда иди. Все, есть. Давай, давай. Нормально. Минус. Осторожно. Так, самое главное, чтобы ее не тронули. Что здесь? Так, камень лучшее оружие бесплатное. Подожди. Пускай туда идут. Так, еще камень. Осторожно. Идем, идем. Так, и пусть туда идут. Да, туда идите. Проходим. Нет смысла драться, ребят. Хуже будет, их слишком много. Так, камень. Проходим, проходим, проходим. Сейчас до байка доберемся, будет нормально. Давай, давай, давай. Самое сложное это добраться, боже мой. Как же стрёмно. Так, вот байк. Да ну нахер, медведь! Это уже хреново, конечно. Это, конечно, очень хреново. Хера себе. Чё мне делать-то? Давай, давай, давай. Я же жал, боже. А как его победить? Я не понимаю, он ни хрена себе здоровый. Рядом с моим байком, офигеть. Его даже граната не взяла. Нужно много патронов. Откуда я начинаю? Вот отсюда. Так, отлично. Гранаты у меня есть. Ну, давайте, надо две гранаты. Давайте две гранаты запустим. Сразу. Этого не хватило даже. Припасы кончаются.
Давай, 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 давай. Хера себе. Ну что жать-то? Да как? Я не понимаю, ребят. Боже мой, даже две гранаты меня не спасли. У меня 3 патрона есть. Мне кажется, я не смогу его сейчас одолеть. Так, можем мы что-нибудь еще сделать? Давайте посмотрим. А, коктейль Молотова. Пивная бутылка нужна. Так, ладно. Где мы? О, подожди, а если я сюда его приманю и тут взорву? Эта штука взрывается, интересно? Да, да, ребят. Мне надо было просто проверить. Мы сюда его сейчас приманим и тут взорвем. Идеально. Наверное, даже отсюда... Наверное, даже вот... Ну-ка. Вот еще канистра. Так, первая будет... Подожди, еще есть одна. Бензин. Так, начнем отсюда. Начнем, наверное, с гранаты простой. Берем пистолет. Нормально, сейчас он побежит. Давай. Беги. Беги, беги, беги. Давай, давай. Да как я промазал-то? Бог ты мой! Какой же ты дебил? Как я мог промазать-то? Самый ответственный момент. Так, бежим сюда. Беги, беги, беги. Он уже здесь, охренеть. План неплохой, ребят, сейчас получится. Охереть, нифига себе. Ну, очень интересно. Задумка очень прям хорошая, должно получиться. Граната, потом канистра. Все будет окей. Так, идем. Потом вот здесь взорвем. Так, давайте вот здесь канистру оставим. Начнем с гранаты. Вторая граната пошла. Давайте обрез. Ну-ка. Давай, давай. Патронов мало. Так, вот следующая будет. Охренеть. Он горит! Мишка горит, видите? Он убегает. Так, я хочу его порвать. Давай, иди сюда. Так, валим. Уже убить, ребят, но мы должны убить его. Боже мой. План неплохой, когда он особенно горит, это прям очень здорово будет. Нам бы еще арбалет взять. Топливо. Ну что мы сейчас сделаем? Надо добраться до канистры. Аккуратно. Тихо, не мешай. Так, раз. Он потом побежит сюда. Так, это будет два. Что-то под ногами крутишься. Так, первая пойдет граната. Смотрите. Потом вторая сразу. Вторая идет, потом бензин. Отбегаем. Так, это еще одна будет.
Давай, 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 давай. Беги сюда. Беги, беги, беги. Отлично. Да, ребят. Мы это сделали. У-ху-ху. Это было нелегко. Вы сами видели. Так, по-любому сохраняемся, ребят. Сохраняемся нафиг. Я не хочу потом переигрывать. Так, подожди, а все, это последнее сохранение? Надо на нижнее сохраниться? Давайте на нижнее. Так, перезаписать, да. То есть тут сколько слотов? 5 или 7? Ну, Серёд, садимся на байк. Ладно, садись, надо уезжать. Я даже не знаю. Слушай меня, нам пора. Ладно. Так, окей. Эй, а как вас зовут? Дикон. Меня зовут Дикон. Лиза. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ты не очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Белнап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Так. Надеюсь, тут нам не придется расчищать. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слезай. Слушай меня. Те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Так. Надо тут пошариться немножко. Может, да. Чем-нибудь найдем? Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу. Поняла? Ещё надо доставить. Ладно. Так. Пока что не хватает. Запчасти. Лом. Так, больше ничего нет. Вот. Там тоже, скорее всего, лом. Ну-ка, что такое тряпочка? Возьмем. Тут тоже лом обычно всегда. Нужно в багажнике искать. Все, у меня лом максимум уже. Давайте тут посмотрим, что такое. В смысле, нельзя удаляться от Лизы? Понятно, надо поближе подъехать. Ну-ка. Это люди! Тесни его! Я тебя вижу, засранец! Ну что, побегать вышли? А вот теперь сваливаем. Да чтоб тебя! Мистер сдох. Ладно, блин, боже мой. Надо до машины доехать, а потом выйти. Они... Байк, тут кто-то есть! Тихо. Так он меня пока что не увидел, да? Окей. У меня один патрон дробовика. Ну ладно, ушлепки, приступим. Убить ублюдка! Убийца! Входим! Я убийца! Отстрелили! Так, нормально. Минус 3. Ну ладно, ушлепки, приступим. Прижмите его! Возвращаемся! Калаш. Мало боеприпасов. Берем обрез назад. Выходи! Он там! К нему! Так, что там? Что, им дали? Нет, ничего не дали. Какого черта он тут носит? Так, отлично. Надо перезарядить. Сбоку давай! Есть! Окей. Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Надеюсь, не все в порядке.
возвращаемся. Мне кажется, там что-то... Что-то не совсем в порядке у нас будет. Может быть, ее кто-то захватил? Если что, у меня есть пистолет. Ладно, давайте подойдем. Лизы нету. А где она? Давай, садись. А, вон она прячется. Интересно, задание интересное было. Все нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас по сюжетке. 10% пока выполнили. Что-то маловато. Я задам тебе один вопрос. И, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет. Пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Чешутское ополчение вроде. Не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд. Мой лучший друг. Но он ушел. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Так, ну ладно, посмотрим. Ну вот, приехали. Ты только открывайся. Держись рядом. Хорошо. Окей. Кат-сцена. Мне нравится сюжетка, очень круто сделана. Еще я очень доволен, что русская озвучка. Это прям очень круто. Было бы на GTA, да, русская озвучка. Интересно, в шестой будет русская озвучка или нет? Эй, кто у нас тут? Миссис Такер! О, господи! Лиза, милая! А, не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней... Не надо, помягче. Я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Круто, круто. Прям, чем больше играю, тем больше она мне нравится. Тем больше хочется продолжения. Много больных. Так, мы справились. Забираем опыт. Ты в безопасности, 20% выполнено. Лиза напомнила мне младшую сестру Сары. И я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Он привязался к ней, я так понимаю. Так, винтовка, а не пушка. Проехать. О, подожди, винтовку мне дали? Что, серьезно? Могу помочь. Подожди-ка. Ну, как жизнь? Давай. Подожди-ка, ну-ка. А ну за работу. Че, реально разблокировали винтовку?
Давайте посмотрим, какую винтовку. Что за винтовку разблокировали? Тебе что-то надо? Ну, что нового? Так, оружие. А, ну вот, вот она винтовка. Мы можем ее легко отсюда взять. М40. Но у меня есть винтовка, та же самая М40. Также пулемет тут будет. И вместо пистолета вот я бы обрез взял. Да, если бы у меня был обрез, я думаю, тогда мы поменяем. Возьмем обрез, и у нас будет, допустим, какой-нибудь калашников. Но это будет уже в другой серии. В общем, ребятки, спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, за комментарии. Это очень круто помогает. Если хочешь больше серий по этой игре, ставь лайк, пиши комментарий и зови своего самого лучшего.